Гена, салам. 23 апреля будет драться Тайсон против Уайта. Что думаешь насчет этого боя? Чего? Майк Тайсон возвращается, что ли? Ладно, шучу, я в курсе, да. Тайсон Фьюри. Круто. Цыганский барон победит, я считаю. У него длинные руки, он более опытный, он техничнее. Трижды дрался с Уайлдером. А он лучший нокаутер этого дивизиона. Короче, я думаю, Уайт вообще ничего не сделает Фьюри. Досрочная победа от Фьюри. Слушай, Генка, реально, очень умный разбор, спасибо. Да, если честно, я его прочитал в телеге, ссылку оставишь в описании. А вообще, после этого боя хотелось бы увидеть Тайсона против Усика. Надеюсь, в реванше Усик пройдет снова Джошуа. Я очень сильно уважаю нашего украинского брата Александра. Он очень жизнерадостный, всегда веселый. Сейчас сложные времена для нас всех, к сожалению. Ну слушай, раз ты про Украину сказал, как ты относишься ко всей ситуации на Украине, что сейчас происходит там? Без комментариев, братан. Я очень уважаю украинский народ. Он так же, как и казахский, свободолюбивый, сильный, порядочный. Украине салам. Казахстан алга.